как это вы будете рассчитываться, если денег нет? А какая разница? Как ты думаешь? Ну так это, рассчитывать. $200 могу я рассчитаться с тобой или не могу? Что тебе надо? Что тебе надо? Ну давайте $200, я завтра вам принесу. Да нет, я тебе хуй я тебе дам. А. Сколько тебе надо денег? 780 с копейками. Поехали, вези меня куда-нибудь, блядь. Ты меня заебешь, блядь. В смысле? Я спать хочу, блядь. На руках спали, я вас пытался разбудить, поднять. Я вас в Кировограде. Ну и эта сучка компанию ты. Да, да. Ой, блядь. Дайте ему время, блядь, увидеть на туре. Все. А что ты переживаешь, блядь, за меня? Блять, пиздишь мне уже, блядь, полчаса пиздишь мне. Так правильно, я полчаса. Если переживаешь, блядь, это самое. Ну если я тут сижу уже, блядь. Ну уже, блядь, хоть полчаса помолчи. Мам, ну блядь, ну не обижу, блядь, смотри. Что ты? Нормально все. Просто я вас ты, разбудить блядь, не мог. Пиздишь и пиздишь. Я, блядь, этого, блядь, утром наслушался, блядь. Чуй, сука, блядь. Я и так слушаю, блядь, не поехал, блядь. Ты сам знаешь. Что с этой принцессой, блядь, не поехал. Нахуй он у меня всрал. Вставать и курить, я не знаю. Как ты скажешь? Что ты уебать хочешь уже, ну, быстренько? Пацану, за да? Деньги можно и покурить, понимаете? Да нет, я понимаю. Такая работа таксиста. Да понимаю. Не, ну то я ж не выебываюсь, не это самое, что ты...